Всем привет! Сегодня у нас в гостях не герой, не героиня, а целая семья. Телесемья, если быть точнее, поэтому они чувствуют себя перед камерами, как у себя дома. Привет, ребят! Привет! Здорово! Давайте начнем с самого главного, с вашей свадьбы. Она прошла, самая хорошая, она позади. Лучшее, что случилось с нашей свадьбой, то, что она прошла. Расскажите, а как вы познакомились? Я пришла на телевидение устраиваться, на самом деле я сначала отправила резюме на корреспондента, но у меня был опыт монтажера на студенческом телевидении, но так как я вообще никак не взаимодействовала с программами в течение 2 лет, я такая, ну ладно, я напишу, но не буду над этим делать какой-то акцент. Я отправила свое резюме, стала ждать, и мне позвонил начальник нашего тематического вещания на ГТРК «Волгоград», и сказал, что нас заинтересовал ваш опыт именно монтажером. Я думаю, господи, какой опыт, вы вообще о чем? Я там 2 месяца что-то делаю. Ну ладно, я проходите. Я пришла. Он сначала меня прособеседовал, Алексей Михайлович, и такой говорит, ну пойдем посмотрим, что ты умеешь. Я такая, давайте не пойдем про себя. Ну куда деваться, уже на месте. И он меня отвел в монтажку номер 6, там как раз сидел Илья. Да. Все было под контролем. И, значит, еще один парень наш, меня посадили к Илье, сказали, ну, давайте вы пообщаетесь. Он начал меня что-то спрашивать, я стала ему отвечать, он такой, ну, видать, что-то знаешь. И я ушла, ждала месяц, уже такая, ну, видимо, совсем глупенькая. Вот, но мне позвонили и сказали, что ты принята на работу, и Илья как бы взял надо мной шефство, он мне объяснял, показывал что-то. Говорил, как лучше делать, поддерживал, когда у меня что-то не получалось. И как-то вот так вот мы начали общаться, начали появились какие-то общие темы для обсуждений, не только профессиональные, но и что-то личное. То есть мы оба знали, что нам нравится сериал «Игра престолов». Потом все известно, как это вылилось. Вот. И в какой-то момент мы начали встречаться, потом мы перестали встречаться, потом мы снова начали встречаться. Отлично, что все хорошо, что хорошо кончается. Да. Илья, а по каким качествам ты выбрал Викторию себе в спутнице жизни? Так, ну смотрите, хорошенькая. Достаточно одного качества нет? А что, еще что-то надо? Да, разве еще что-то необходимо? Ну, скажите мне хоть кто-нибудь. Мозги, которые работают синхронно. Это очень удивительно. Нет, не то чтобы... С дельфинами? С дельфинами, конечно же, не со мной же. Вот... Опять же, выбор как, да? Это же не был какой-то там магазин, да, в который я пришел, такой, вот невеста номер один, вот невеста номер... У нее, знаете, технические характеристики такие, оперативки у одной мало, зато жесткий диск большой там. Вот, или буфер обмена там грандиозный. Вот, мы общались, и исходя из этого общения, соответственно, я делал некоторые выводы. Я делал выводы, что человек прислушивается, человек умеет, человек живет, в общем-то, где-то с такими же жизненными ценностями, как и я. Естественно, не существует пар, у которых все идеально. То есть у нас бывали черные и светлые полосы, но в светлых полосах-то всем нам хорошо, а в темных полосах я понимал, что в этих полосах мы растем. Мы оба растем, мы учимся слушать друг друга, когда сложно, учимся поддерживать друг друга, когда сложно. Вот. И не закрываемся, не блокируемся друг от друга, а наоборот идем на открытый диалог. Вот, собственно говоря, как с такой женщиной не связать свою жизнь на всю оставшуюся жизнь тавтологии. Продолжаю. Как же ты хороша. Вика, а какие качества выделяли Илью среди остальных? Да такой же, как всегда. Что? Шла-шла, думала, мужик лежит, что не взять-то. Ну нет, на самом деле это, наверное, ну, опять-таки, мозги. В том плане, что мне было очень комфортно общаться с этим человеком. У меня не было такого, то есть у меня обычно в отношениях с мужчиной у меня были моменты, когда я думала, блин, ну я, кажется, его чуть-чуть умнее. Ну вот в чем-то я больше разбираюсь, в чем-то я как-то лучше понимаю. А тут как бы у меня не было такого, ну понятное дело, в каких-то моментах там что-то лучше понимаю я, в каких-то моментах понимает лучше он, но это как-то вот оно все очень, ну, стабильно и очень гармонично все это было. Плюс еще то, что человек все-таки меня слышит и
ну, не знаю, у нас нет такого, знаете, как кто у вас в семье главный. То есть, когда даже на свадьбе задали вопрос, главный ли я в семье? Он такой, наверное, нам нужно повернуться друг к другу, потому что у нас нет такого, что кто-то лучше, кто-то хуже. Слушай, как делаю я, слушай, нет, я буду лучше делать, как говоришь ты. То есть, у нас нет такого, у нас какое-то прям равноправие в семье в этом плане. Понятно, опять-таки говорю, есть сфера, за которой, у которой лучше получается у меня, их делаю я, есть сфера, которая лучше получается у него, он их делает, есть сфера, в которых мы как симбиоз действуем, и, собственно, все хорошо получается, и человек меня слышит, очень это важно, что я знаю, что со своей радостью, болью я могу прийти к нему, я могу ему об этом рассказать, и даже если он меня в чем-то не поймет, да, скажет, ну, блин, он все равно меня поддержит. Сейчас, секундочку, простите, профессионально. Петличку все-таки лучше, наверное, вот так вот. Перевернуть. Скажи, ты хочешь последний раз? Тебе раздеть. Белиссимо. Совет пару можете дать какой-то? Мне кажется, нам еще как-то рано давать советы, в том плане, что мы встречаемся 2 года, мы женаты, даже месяц еще не прошел, и как бы, ну, значит, детки, слушайте. Бывало так, советы мудреные пары, не то, что вы там свои там, мы-то знаем, как надо жить. Нет, это, наверное, нужно просто слышать себя и слышать другого, как бы, все. Я бы, да, тоже со своей стороны добавил, что... Мудрёный, да, седыми висками. Подкрасьте мне их, пожалуйста. Я бы сказал, что если вы хотите строить отношения, их надо учиться строить. То есть никогда... Не то, что нет, но это будет слишком так тоталитарно звучать, никогда вот не делайте чего-то. То есть, чтобы сделать хорошие отношения, наверное, создайте у себя в голове картину, что такое для вас хорошие отношения, стремитесь к этому. Потому что, ну, мои личные наблюдения говорят о том, что очень многие люди говорят, я не хочу, чтобы в моей семье было то-то, не хочу, чтобы там пил, не хочу, чтобы ругался. В результате все не хочу, в конце концов, они вылазят наружу. Может, из-за того, что человек это боится и постоянно провоцирует другого, в другом человеке свои страхи. Вот. А может быть, это мистика и вселенная отвечает на наши запросы, я не могу сказать наверняка, но вот тем не менее, если уж какой-то, ну, не совет, так рекомендацию, то да, создайте свою картину счастливой семейной жизни и старайтесь искать ее в своем партнере. Это гораздо интереснее, чем искать в нем недостатки. Ну, вы те еще затейники, как ты делал предложение Вике, тоже как-то особенно? Сказал, пойдем замуж. Она такая, окей. Да, я поднял на уши половину. Можно я сначала, да? Я не поднимал на уши. Просто получилось так, что мы уже жили вместе, и Илья говорит, давай начну на свадьбу откладывать. А у нас у обоих это уже 2-й брак, и я такая говорю, ну нет, я хочу, чтобы в этот раз все мне было красиво, чтобы там предложения, все дела, вот пока ничего такого не будет, мы не будем говорить о свадьбе. И я, собственно, забила на это, думаю, ну, когда-нибудь там через год, может быть, через 2, мы все-таки соберемся жениться. И вот, значит, через месяц мне, я после этого разговора делаю предложение. Ну, собственно, как это дело, расскажи, пожалуйста. Я дал обещание. Во-первых, я услышал, что мне сказали. Мне сказали, я хочу, чтобы это было наконец-то вот так вот. Прям вообще. Думаю, и каково же оно, это что вообще? Что я, собственно говоря, есть могу? Вытащить на крышу, на 100-этажное здание с вертолетом покататься? Нет, на это не хватает денег. В какой-то степени банально. Очень многие делают предложения на крыше с ансамблем скрипачей там и прочее. Думаю, тем более, что это уже было отмечено как... вещь, скажем, тривиальная. Ну, подумал, так что же я могу? Что же я могу? Потом, после очередного просмотра «Игры престолов», что-то мы там зарубились, и я такой, я тебе предложение сделаю в храме безликих. Вот. На какое-то время я забыл об этом, потом, когда я начал думать, думаю, я же уже сказал, мужик сделал. Вот, все, думаю, раз я киношник, я должен это просто взять и воплотить. Второй пунктик, когда ко мне приезжал племянник, Вика сказала, я готова выйти за него замуж, потому что он ей пытался подарить дракона своего. Вот, она говорит, я еще когда была в его возрасте, сказала, что выйду замуж таки за того, кто подарит мне дракона. Обычно девушки говорят то, что я выйду замуж, ну, в сказках, да, принцесса выходит...
принц побеждает дракона, а принцесса выходит за него замуж. Я такая, что за ерунда? Нафига мне это какой-то плешивый рыцарь? Мне нужен свой нормальный дракон в хозяйстве. Да, если рыцарь его пригнал, значит, точно с драконом совладать сможет. Вот я думаю, значит, у меня есть две составляющих. Драконы и храм безликих. Ну, а дальше пошло-поехало-покатилось. Я создал ролик на основе того, что мы там когда-то отдыхали. Еще что-то вкраплял кадры из сериала. Вот. Ну, и по идее, я такой завуалированную нашу историю любви рассказал. И в конце концов идет Якингар на камеру, он снимает маску, это оказывается, и оказываюсь я, у меня тут садится дракон, здесь у меня появляется кольцо, и все, это в кинотеатре, да, я подумал, что нужно делать все с большим размахом. Леди Виктория, как-то по юным годам вы сказали, что отдадите свое сердце тому, кто подарит вам дракона. Дракона вы видели, у меня он есть. Я прошу вас, придите ко мне. Согласны ли вы быть моей женой? Да. Последний момент чуть все не сорвалось, когда уже все деньги были заплачены, все проекторы были заряжены. Вика такая, собирались просто, ну, сходим, просто в кино, да, да. Сходим, отдохнем, развеемся. А тут она такая, ты знаешь, у меня там мастер-класс намечается. И я такой... А кому там ролик казать будут? И вот тут, конечно, актер включился. А ты знаешь, что я делал социальный ролик? Ну, я вообще дома его монтировал, в тайне, понятное дело. Но я говорил, что я над ним работаю. Я говорю, социальный ролик делаю. И вот тут я вспомнил, что легенда должна быть продолжена. У меня будет социальный ролик, его покажут по большому экрану. Неужели ты не сможешь быть со мной в этот благоговейный момент? Ну, Вика, видимо, начала уже в тот момент подозревать, что готовится что-то неладное и грандиозное. Ну, конечно, такого я не ожидала. Это было очень красиво. Да, и вот потом рекламный блок заканчивается. Идет мой ролик, я тут, там. У меня еще игрушка, дракон, он держит кольцо. То есть он у меня тут садится, тут он у меня в руках. Все, я весь при драконе. А теперь, собственно говоря... Вот, ну вот, так и было. Круто. Ребят, парни, женихи, так что берем дракона, идем в кино, и невеста ваша. Ну, как минимум, у вас будет дракон, парни. Так что... Фикснис — это невеста. Мы уже говорили о том, что свадьба у вас была стилизованная в стиле «Игры престолов». Что-нибудь яркое, запоминающееся расскажете нам? Как долго готовились к этому? Ну, получается, Илья мне сделал предложение вот в июне 17-го. Мы такие подумали, такие, будем жениться, наверное, в мае. В мае, значит, 18-го. Ну да, как раз-таки не жаркая погода. Обычно в мае редко кто женится, да. Ну и плюс практически год на подготовку. Ну да, практически год на подготовку. Мы такие, ну, летом отдохнем, в сентябре начнем готовиться. Сентябрь заканчивается октябрь, мы такие, ноябрь, надо уже что-то обсуждать, ой, ну тут уже, извини, Новый год, надо готовиться к Новому году. В итоге, значит, мы в феврале, мама такая говорит, так, все, мы едем покупать платье. У тебя вообще-то в мае свадьба, мы едем покупать платье. Тем более там были скидки, кстати, на заметку берите, в феврале отличные скидки на платье. Вот мы поехали, купили, и я такая говорю, Илья, собственно. Мы начинаем наконец-то что-то обсуждать, накидываем сценарий, и мы понимаем, что мы нифига не успеваем к маю. То есть слишком большой это был проект, слишком много людей было задействовано, слишком много идей, которые хотелось воплотить. То есть от первоначального замысла, который был у Ильи, мы ушли вообще, скажем так, в другую степь. Как в классике, да, как я встретил вашу маму. Мы хотим небольшую скромную свадебку, где будут только близкие люди и больше никого. Свадьба на 50 человек в ресторанном комплексе «Родник» по оконцовке. Да, и у нас уже потом была шутка, кто это вообще играет свадьбу. У нас 100 человек, у нас предварительно в списке было 140, поэтому мы не знаем, кто играет свадьбу. У нас 100 человек, у нас их было больше. Вот, но в итоге... Мы обсудили, накидали план и решили, что мы будем делать все именно так, как мы в итоге делали. То есть у нас было совершенно, скажем так, нетрадиционно, то есть обычно ЗАГС, потом приезжают и начинают тамада, какие-то конкурсы, но нам мы решили так, никакого тамаду, все эти конкурсы убираем. У нас был... Бегло.
Пристанете, такого не было. Вот. Илья сам разрабатывал сценарий, то есть у нас получался как вот это модное слово иммерсивный спектакль, когда идет действие, во время которого вовлечены зрители. У нас это были гости, то есть у нас шла история, мы как были как актеры. То есть у нас в самом начале, когда идет церемония, монах спрашивает, а есть ли у кого-нибудь возражения, у нас такие они есть. И с этого начинается наш модный спектакль. То есть, как нам потом говорили гости, говорит, да я там уже был готов за вас рвать, и я там говорю, тихо, Сережа, пожалуйста, оставайся на месте, по-моему, так задумано. Вот, то есть мы удивили, конечно, всех гостей, мы очень на это надеемся. Но нам потом говорили, что была это лучшая вообще свадьба, на которой мы были, мы такие, перестаньте, всего лишь там. Да, то есть мы не хотели делать, вот как я читала очень много, да, как свадьбы в стиле «Игры престолов», там жених в роли Джона Сноу, невеста в роли Денейрос Таргариен, мы такие, не-не-не. Мы выделили себе место в Вестеросе и просто спокойно хотели на нем жить, но нам не давали. Мы играли сами себя, по большому счету, ну, с придуманной естественной историей. Да, то есть мы просто взяли, скажем так, сериал за основу, за окружение. То есть мы там упоминали каких-то героев в качестве, скажем так, камео, но у нас не было, скажем, Железного трона, нам он был неинтересен. У нас был дракон, которого делал сам Илья. Да, Вика сказала, просто в определенный момент свадьбы не будет без дракона, я не знаю, что делать, где нам его найти, сколько он будет нам стоить. На что через 2 часа я просто нашел дракона. Это была моделька такого небольшого дракончика, настольного, грубо говоря, для детей. Я распечатал его на ватмане формата А0, и он получился у меня вот такой, как собачка. Вот, спросил я у невесты на тот момент, хорошо ли? Было хорошо. Было хорошо, да. И был-то у нас дракон. Был-то у нас дракон, и у нас были бои. То есть, какая свадьба без драки, как говорится. Мы поэтому решили все это дело цивилизовать, чтобы у нас там не гости где-то ходили, рубились, а чтобы все было, опять-таки, в сценарии. То есть, это на самом деле у меня появилась такая идея еще, когда мы только познакомились вот с сестрой Ильи, с Юлькой. Они как раз говорили о том, что они, вот Юлька ставила бои там сценические, она же режиссер, да, по образованию? Да, она режиссер по образованию. Да. Вот, она там ввела кружок, фехтование. Вот я такая, блин, как круто, вот я тоже хочу, чтобы у меня на свадьбе вот что-то такое было. И в итоге мы все это дело прописали, то есть был бой у Ильи с актерами, мы с Юлькой поставили бой, то есть гости, конечно, офигели, когда обычно невеста вся такая нежная в платье, и тут я переодеваюсь и такая, так, дайте мне рапиру, хватит уводить моего жениха, я сейчас тут всем покажу. В итоге, да, все было очень круто, нам понравилось. Ну и цель, которая для меня была поставлена, чтобы было интересно, чтобы все отдохнули, чтобы не было этих замученных свидетелей, чтобы не было замученных гостей, замученного тамады. Хотя, да, организатора у нас очень много помогало, но по концовке замучилось еще больше, чем мы. Вот. Но, видимо, интерес, с которым мы подходили к собственной свадьбе, с которым люди вовлекались со словами «Мы готовы с вас денег не брать, вы только дайте нам на это посмотреть». Это она атмосфера чувствовалась, конечно. Вот. Ну и вот на этом позитиве все, собственно говоря, вышли. И вот тогда у нас уже такая официальная выездная церемония была, и все, когда мы уже говорим клятвы, и все, и мы уже поцеловались, и у меня просто такое, я чувствую, у меня там лавина камней из души просто такая. Все, мы это сделали, строго так, как мы хотели. Мы готовились, наверное, вот вплотную, мы готовились к свадьбе, наверное, 3 месяца. То есть это постоянные встречи. Встречи с декоратором, обсуждения, с другими подрядчиками, репетиции, репетиция танца, репетиция боев. В общем, ну, у нас, то есть, времени не было почти ни на что, кроме свадьбы. Ну, да. И опять же, вот почему я женился-то, собственно говоря. То есть мы распределили обязанности, Вика занимается тысячи мелочей, которые бы мне никогда в голову бы не пришла. Как там будет выглядеть стол, как там будут выглядеть подарки для гостей, как там будет выглядеть план рассадки, прочее. Я вообще не думал, что этого и не надо, оно само там рождается. И над этим не стоит. Ты заходишь, а все красиво. Да, я зашел, в общем-то, да, ну и все, и нормально как бы. Вот, то есть она каждый вечер что-то приносит, говорит, я завтра поеду туда, завтра поеду сюда.
ёлки-палки, оказывается, это оно все надо. И в конце концов вся вот эта атмосфера, это вот создано ей. А у меня, соответственно, да, я вот создал этот спектакль. Ну, понятное дело, я за него отвечал. Там до последнего у Виктории были сомнения. А что будет, если вдруг... А какие актеры? А чего, а как? Все, потихонечку. Дал почитать сценарий, показал там репетиции, боевки, прочее, прочее. Все было утверждено, все отлично. Да, здорово. Грандиозное событие было. Поздравляю вас. Спасибо. Андрей, если ты меня видишь, не надо драконов, не надо рапир, возьми меня сразу же прямо заразилась. У нас там есть прикольный организатор сваленный. Сценарий может написать, да, это я. Илья, ты работал в казачьем театре режиссером. Да. Нет, там-то я актером работал, да. Также ты снимал свои фильмы. Бывало такое, да. Тебе кем ближе работать? Чьи-то задумки выполнять или самому ставить? Мне кажется, я мой внутренний голос, и он как бы вещает. Ну, я отучился на режиссера, как бы, что немножко уже символизирует, да. А с другой стороны, если, ну, когда ты работаешь режиссером, ты должен всем владеть. Я с небольшой такой скромностью, нет, я без всякой там скромности скажу, что у меня было грандиозное количество увлечений, и это и рисование, это и танцы, это и все то, что, собственно, чему еще в институте искусств учат, вот, и музыкой я тоже занимался, к половине своих фильмов я сам музыку делаю, и, ну, в любом случае я ее смогу подобрать, вот, и я понимаю, что тут есть постоянно куда-то стремиться, вот, но мозги, скорее всего, у меня больше такие режиссерские, потому что режиссура, она себя что представляет, да, если человек на съемочной площадке один играет, другой снимает, а там третий помогает, то что делает режиссер, команду начали, может крикнуть кто-нибудь другой, да, так вот режиссер, он занимается структурированием вообще всего этого процесса, структурированием самой истории, структурированием каждого персонажа, чтобы они все вместе работали на его задумку. Вот, у меня мозги работают приблизительно подобным образом. Но, как бы, не пройдя актерскую школу, там, танцевальную и прочее, ты, работая с людьми, которые у тебя задействованы, не сможешь им объяснить эту идею, которую ты хочешь. Если я знаю, как танцуют, да, я смогу подобрать что-то для рисунка танца, который, например, там нужен будет мне. Если я знаю, как актеры действуют, это значит, я смогу с ними поставить любую там какую-то сцену так, как она должна выглядеть для меня, и в том числе я смогу показать. Вот. И, естественно, когда ко мне поступает предложение где-то кому-то помочь из своих друзей или в качестве режиссера, или в качестве актера, я никогда не отказываюсь. Потому что, да, мое тщеславие сидеть за камерой, чтобы мне говорили, это великий режиссер, оно хорошо, но светиться в экране для меня это еще куда как более приятно. Спасибо, что пригласили. Так что вот, да, что-то делать свое для меня всегда важнее. Но я умею работать, поскольку я работаю и как режиссер, я знаю, что чувствуют актеры. Вот, и поэтому, когда я выхожу на съемку к другому режиссеру, я затыкаю своего внутреннего режиссера и не позволяю себе вносить свои коррективы. Я могу делать только предложение в тот период, когда не идет съемка, или на период обсуждения. Или даже бывает, я вижу, что какие-то вещи, откровенно говоря, расходятся с тем, что я представляю, что я бы это сделал все совсем по-другому. Но я вижу, у человека своя идея, и то, как он ее сделает, это он ее сделает, а меня об этом не спрашивали. Вот я затыкаюсь и смотрю, и наслаждаюсь, собственно говоря, процессом. Вот, надеюсь, я за всю свою работу актером никого еще не успел обидеть. Говорят, что актеры часто примеряют роли в жизни. Вика, ты наблюдала такое за Ильей? Ой, да ну что? Господь с вами! Да, сам Илья за все ответил. Ну, на самом деле, я бы не сказала, то есть у меня часто там спрашивают и моя мама, или кто-то из моих друзей о том, что вот Илья, он весь, как бы, кажется, что он весь такой на показ, он так, такой же, как бы, и с тобой. Говорю, я не вижу того, что он играет, да, что он пытается казаться лучше, чем он есть, или он пытается казаться хуже, чем он есть, или он там примеривает на себе, вот я сегодня хороший мальчик, а завтра я плохой мальчик. Вот, ну, не знаю, мне комфортно с ним жить, мне комфортно видеть его вообще в любой, скажем так. Понятное дело, мы все играем какие-то роли, да, мы на работе хорошие работники, да, мы в семье пытаемся быть хорошими там мужем с женой, мы пытаемся быть хорошими дочерьми, сыновьями и так далее, да, и иногда вещи, которые мы делаем в каждом роли, они вообще никак не пересекаются, да.
Но вот этого того, что это какое-то натужное, это вот по сценарию, господи, я сказала не то слово, подожди, подожди, запомни, запомни, на чем мы остановились, сейчас я посмотрю, нет, такого нету. Не, ну, с другой стороны, еще, конечно, не, Вика, когда со мной познакомилась, она, наверное, видела вот это, потому что тараканы-то у меня там гуляют стройными рядами, в первую очередь, вот, и у меня вот переключение между одной мыслью и одним состоянием и другим состоянием, оно может происходить мгновенно, что человек не успевает реагировать, о чем у меня там, собственно говоря, в голове произошло. У Ильи иногда есть такая привычка о том, что вот мы говорили о чем-то другом, проходит буквально 30 секунд, и он продолжает мысль, которую он, там, день назад мы говорили, и причем на этой же интонации. Я иногда такая, так, подожди, ты сейчас говоришь вон об этом. Он такой, ну да, Гром, мы сейчас говорили о другом. Он такой, ну, ты же поняла, что еще не надо. Важно. На данный момент это не важно. Ну и эксперименты, которые я, наверное, со студенчества производил, в попытке понять загадочную женскую душу. Да? И что, чего хочет женщина? Какой выглядит прекрасный мужчина? Он суров, но он добр. Он рыцарь, но он грубиян. Вот, и поэтому иногда в отношениях там с друзьями, с любимой женщиной, вот для того, чтобы какая-то живинка была, чтобы не застаивалась, чтобы не быть скучным и приторным, ну, бывает, да, я там переключаюсь какой-то, то есть иногда где-то я позволяю себе побарагозить там, бывает даже погрубить, но по-доброму так погрубить, вот, чтобы не обидеть человека, да. Иногда вот я стараюсь и рыцаря из себя выдавить там, и вообще переплюнуть самого себя, то есть, наверное, внутренний актер, он никогда не дремлет. И, как в одном фильме хорошо было сказано, отсутствие твоего выступления на сцене не повод не оттачивать собственное мастерство. Так что иногда коллегам достается. Вы, получается, работаете в одном месте, да? Сейчас да. Нет. Мы на разных этажах работаем или как? Мы начинали работать вообще в одной, скажем так, как это у нас называется, служба, вот, тематического вещания. Потом меня перевели на прямые эфиры ассистентом режиссера, потом я вообще ушла с работы, я где-то год работала, то в журнале я работала главным редактором, потом вообще фрилансером, а потом меня, самое интересное, что мы с Ильей уже начали обсуждать вариант, чтобы я вернулась в качестве корреспондента, мы уже поговорили с начальником службы, он там мне дал задание, что мне нужно отработать, чтобы он мог меня видеть на экране и слышать меня на экране. Вот. А потом мне поступило предложение вообще других ребят, с которыми я сотрудничала. Говорю, слушай, тут нужен СММщик в компанию. Такая, о, прикольно, а куда? Он говорит, а, Волгоград-24. Я такая, ага, забавненько. Вот. И я переговорила, говорю, ну раз, блин, ты и так все знаешь, давай, конечно, мы рады будем тебя видеть. Поэтому я работаю в одной службе, я работаю непонятно где, на самом деле. То есть у меня очень, по бумагам у меня один начальник, по факту у меня другой начальник. Команда мне может давать вообще, по-моему, каждый человек в этой службе. Вот, но мы сидим, я сижу, где Вести у нас, информационная служба, я, собственно, где тематика. Ты не журналистом работаешь? Нет, сейчас именно по трудовой книжке я работаю не журналистом. Самое интересное, что по трудовой книжке я никогда не работала журналистом. У меня там есть контент-менеджер, монтажер, ассистент режиссера, главный редактор. И вот сейчас специалист, просто специалист, единственный специалист, на самом деле, на всю компанию. В области специализма. Да, но я лет 14 конечно, так увлекаюсь журналистикой, пишу, я ездила в профильные лагеря, я делала школьную газету, делала студенческую газету, потом я вот писала для кучи разных изданий и продолжаю сейчас как бы писать, ну, скажем так, это на подработка, грубо говоря. Журналист, фу, блин, что за профессия такая вообще? Прошу, не ходите, дети, в журналистику. А теперь мне бы хотелось узнать, как хорошо вы друг друга узнали за эти 2 с лишним года, да, что вы общаетесь? А? Кто эта женщина? Что я должен о ней знать? Видишь кольцо на этом пальце? У меня свое есть. Ладно. Я тебе свое не отдам. Илья, оставь нас, пожалуйста, наедине с Викой, я задам ей пару вопросов. Мне просто надо побыть одному. Пусть все знают. Вика, в какой школе учился Илья? Он учился в 2 школах. 3-я и 1-я, но я не помню, в каком порядке. Я в 2 школах. Жирновская средняя школа №1 и №2. А какой был его любимый предмет? Пусть будет литература. Я так хочу. Да мне все предметы нравились. У меня особо любимого-то не было. Ну, из них выделялся
английский. И литература всегда у меня вызывала спорные вопросы. Мне бывало там нравилось, а бывало там не нравилось. Что бы он спас из пожара в первую очередь? Меня. Родственников, наверное, я бы спасал в первую очередь. А что? Понятное дело, компьютер из вещей. Какой видит ваша пара Илья через 10 лет? Такой же сумасшедший, как и сейчас. Позитивный и продвинутый. Весело смотрящий в будущее, как и прежде. Какое кино вы посмотрели самым первым? Самым первым мы посмотрели, если именно в кинотеатре, мы ходили на мультфильм «Балерина». Ох ты как, в кинотеатре самым первым? Это действительно хороший вопрос. Мы за несколько лет столько кинотеатров посетили, что я не помню, какой мы первым посмотрели. Там среди них «Балерина», «Красавица» и «Чудовище». А на кого же мы первого ходили? Сдаюсь, я пас. Я не помню. Какая любимая группа Вики? «Мельница». «Мельница». Как ее ласково называли родители? Вспоминается несколько другая история, как хотели ее назвать. Мама посмотрела и хотела назвать Коля, потому что на отца была похожа. Вот, но я думаю, Коля ее не называли. Викуля, наверное. Доченька. Какое ее любимое время года? Да я бы сказал, что лето, наверное. Лето. И какой ты видишь свою пару через 10 лет? Так же сумасшедший, как и сейчас, только еще, наверное, с детьми. А это у вас что такое? Это же камин! Да, он горит. Мы зажгли семейный очаг. Как с вами. Это у нас подарки. Мы не можем пройти с пустыми руками. Я очень люблю читать. Я закончила филологический факультет, поэтому для меня как бы вечер без книги — это что-то непонятное. Поэтому глядите, что я принесла. Мы подумали, так, с пустыми руками в гости не ходят. Нужно что-то принести хорошее, и мы вот, я выбрала две прекрасные книжки, тут, скажем так, мне кажется, идеальное чтение в эти дождливые осенние дни, сказала я, посмотрев на прекрасное солнце за окном, вот, это Роджер Железный, «В ночь в одиноком октябре», если кто-то любит фантастику, мне лично очень понравилось, вот я буквально недавно закончила ее читать, просто за 2 дня проглотила. И Хюге, надеюсь, я правильно прочитала, это, мне кажется, сейчас все просто увлечены этим явлением скандинавским. Но чем мне понравилась эта история, это не просто, да, как сделать свою жизнь уютнее, это эксперимент. Девушка из Англии вместе со своим мужем, они переехали вот как раз в Скандинавию, и она решила, что же такое жить по-скандинавски, что же такое это Хюге. И в течение года она вот изучала это явление и описывала все свои эмоции и мысли в этой книжке. Да, я тоже хотел сделать подарок. Я думаю, Вика сделает духовную пищу, а я возьму и куплю доширак остренький, чтобы была физическая. Но потом мы подумали, может быть, люди не захотят есть доширак. Вот, и я присмирил своих коней. Думаю, пускай и люди питаются духовной пищей. Но все-таки книги у нас две. Жена у меня щедрая. Вот такая у меня хорошая жена. Ребят, так что если вы хотите напитаться духовно, пожалуйста, делайте репосты видеозаписи, подписывайтесь на наш канал. А так как погода хорошая, за окном пойдемте погуляем? Пойдемте. О, гулять. Это хорошо. Илья, ты снимал свои фильмы. Расскажи, какой был сюжет? Фильмы, да, начиная со студенческих времен, скажем так, про студентов непосредственно случались фильмы. А документальный фильм я снимал. Один из моих больших проектов, который я готовлю уже не первый год, это «Титан». Произведение Моргана Робертсона читали «Крушение Титана». Его написали он за 14 лет до «Крушения Титаника». Вот я разбирался в документальном фильме. Документальный фильм понравился моим друзьям-актерам, они поддержали идею. Сейчас он на 95% отснятый, кроме там нескольких массовых сцен, но полностью отснят на зеленом фоне. То есть графика готова где-то на 1/3. И вот мы долго-долго делаем это все, потому что больших денег у меня не имеется, поэтому мне друг помогает. Угу. Вот. И, собственно говоря, вот такие сюжеты. Есть еще много задумок, и комедийные, и
фантасмагорические различные. Ну, вот. Благо, просто актеров знакомых теперь-то много. Делаю на телевидении работу, делаю передачу про актеров. Так что список моих знакомств, он растет просто день ото дня. Вот. Вика, я знаю, ты увлекаешься магией, гадаешь на Таро. Как ты к этому пришла? Ну, увлекаюсь магией, это прям так сильно, мне кажется, сказано. Я, не знаю, я на самом деле Таро даже воспринимаю не как мантический, да, какой-то ритуал о том, что давай узнаем твое будущее. Это еще и работа психолога, психотерапевта. Я сейчас по большей части увлекаюсь Как это назвать-то? Психологией. Нет, это именно не психология, понимаешь, в чем дело. Это именно есть психолог, есть психиатр, есть психотерапевт. В общем, я увлекаюсь Юнгом, увлекаюсь его работами, работами учеников, так далее. Вот мне близка его, скажем так, теория, близко то, о чем он пишет. И Таро — это, скажем так, один из инструментов работы психотерапевта именно юнгианского. Вот мне стало это интересно, и я решила тоже это изучать, но это, скажем так, чисто для себя. То есть я не собираюсь пока на этом зарабатывать. Я пока что, к сожалению, не могу себе позволить второе образование именно юнгианского психотерапевта, хотя, возможно, когда-нибудь я бы хотела это сделать. Я бы тебя поддержал. Очень интересно. Ребят, вот такая у нас была сегодня романтическая встреча. Еще раз напоминаю, делайте репосты видео, чтобы получить подарки. И кто знает, может быть, один из вас учится здесь, на месте наших героев. Приходите, будет приятно с вами пообщаться. Ребят, спасибо большое за интервью. Спасибо за то, что пригласили, да. Было так живо, так искренне и весело. Да, это взаимно. Спасибо. Дарим лучи добра и тепла всем, всем, всем. Всего доброго. Спасибо. Пока. Пока.